Всем привет, меня зовут Елена, и сегодня я снимаю свой отчет в СП, больше, чем просто большая, Юлия Неминская, за май. И за май было вышито 4122 крестика, и вышит уже 71% картины, что уже совсем немало. Что я могу сказать? Вот я все перемотала и стала вышивать опять низ картины, последнюю треть. И начала вышивать ковер. Я уже и забыла, как он сложно вышивается. В этом маленьком участке было 170 с чем-то символов. Здесь были сплошные разбросанные одиночки. Здесь было множество креплений. Я это сразу заметила, увидела, когда стала вышивать. И я решила особо сильно не мучиться. И я себе отметила совсем небольшой квадратный участок. Да, квадратный. Там на 3000 крестиков. Но вышивала я не его, а вышивала я именно ковер. Получается, что выходила за контуры его вверх и вниз. Но сколько там было одиночек. И вот с края, вот и сверху, и снизу тоже еще с незашитой участки много не вышито. Получается, что квадрат я свой зашила. И получился у меня вот такой вот ковер, уголочек его. И хоть ковра осталось и совсем немало, вот эти вот края, те, что остались, там тоже сплошные, разбросанные, одиночки, полный разброс. Здесь сплошная шахматка, множество креплений, сплошные крепления. Но, как я уже сказала, я выделила небольшой участочек. И я так подумала, что будет легче всего его вышить. Вышивая крестиков по 300 в день. Ну, получалось у меня по 400. Потому что я выходила за контуры квадрата. И вот так вот я его не спеша вышила. После того, как я почти все вышила, у меня осталось около сотни именно одиночек. Их я заканчивала тоже не за один день, а дня за 3-4, тоже не спеша, так сказать, особо не напрягаясь. Дело в том, что мне остался еще всего один такой сложный участок следующий, и то он уже будет не такой сложный. Там будет уже все намного проще. И дальше уже будет вышивать намного легче. Дальше уже идет пол, вверх молодой человек, и там уже нет столько одиночек. Я очень хотела вышивать эту часть картины. Она, если я не ошибаюсь, а я очень надеюсь, что я не ошибаюсь, она будет действительно намного легче вышиваться. И там можно будет повышивать. Нет, я думаю, там тоже будут одиночки. Но не столько, сколько их было на ковре. А даже вот девушки там были. И даже их лица. Они вышивались намного легче, чем вот этот участок ковра. Здесь был полный разнобой. 170 с чем-то символов. Но опять же, я вышивала понемногу, и я от него не устала. В следующем месяце, не думаю, что вышью сильно много, потому что лето началось, но все равно мне еще остался вот один такой более-менее сложный участок, и дальше будет уже значительно легче. Кроме того, я уже, можно сказать, вышла на финишную прямую. Это уже третья часть, последняя часть картины. Вот я ее вышиваю вот вверх молодого человека, и все. В этом году, ну честно, не думаю, что я закончу, хотя кто его знает, тут вроде как полегче уже. А вот в следующем, я думаю, что я точно закончу, причем в начале года. А вот сейчас вам покажу свой планшет Сагу. А вот что у меня осталось, треть картины, молодой человек. Вот его даже немножко видно. И эта часть значительно легче будет, чем те две части. Ой, про ковер даже вспоминать не хочу. Вот давайте его еще покажу немножко поближе. Вот у меня вот весь низ картины. Картина действительно красивая. Сложная, конечно, но красивая. И вот мой низ ковра. Красивый ковер. Вот кант его уже. Думаю, что в следующем месяце его уже полностью довышиваю. Моя эпопея с косой закончилась. Я ее вышла в том месяце. И вот в этом месяце мне осталось вот еще 3 человека. Вот я вам говорила, что мои 13 тысяч подписчиков зависли на 13 тысяч с начала войны. А мне число 13, но сильно-сильно тоже вот не нравится. И вот мне осталось всего 3 человека до 14 тысяч. Думаю, что к моменту выхода видео они уже будут. Поэтому я очень надеюсь, что вот все уже успокоится. У нас, конечно, было веселое начало месяца. Вот так совпало тоже с этой косой. Ой, ну ладно. Ее и у меня уже нету. И вот уже на момент выхода видео, я думаю, что будет тоже 14 тысяч подписчиков. И я уже надеюсь, что все будет спокойно. И, кстати, вот сегодня наконец-то была первая спокойная ночь. У нас, конечно... Первые полмесяца были не просто веселые,
Действительно веселая. Я уже говорила, что у меня получается окошко выходит прямо на пол Киева. Все небо видно. И когда все это летит, это все видно, это все, даже встали мой кусочек маленький. Дима, быстро в коридор. Дима, в коридор быстро. Оно летит здесь. Это, конечно, все ужасно. К такому, конечно, сильно не привыкнешь. Месяц был особо веселый. Но вот сегодня была уже такая первая, более спокойная ночь. В принципе, все было ожидаемо. 1 мая, 9 мая, это все знали, что будут сильнейшие обстрелы. Но вот я уже надеюсь, что вот они, вот надеюсь, все-таки прошли уже. Так что все, надеюсь, будет уже более спокойно. Ну, ладно. Буду, наверное, заканчивать. Потому что сегодня особо, опять же, показывать так нечего, кроме ковра. Ну, опять же, моего низа картины. Давно вы его не видели с прошлого раза. А картину я уже, получается, перемотала. Верх вы увидите уже не скоро. Перематывать я очень-очень-очень сильно не люблю, поэтому лишний раз не буду. Сейчас, получается, будет идти низ картины. Очень скоро появятся ноги молодого человека. Ну и, в принципе, тут нет такого ничего интересного. Просто уже буду понемножку вышивать. Зато вышивать будет уже легче, значительно легче. Вот буквально через месяц все будет намного легче. Я на это точно тоже надеюсь. Ладно, не буду вас загружать лишней информацией. У нас сейчас весна, потеплело, солнышко, мы уже и гулять ходили, и в парк ходили, и в дендропарк, и в лес, ну не в лес, а там у нас такой парковая зона есть с аллейкой, по аллейке прогулялись, ну, вроде как по лесу, можно и так сказать, к озеру ходили, такое озеро, правда, название, но все равно было интересно, прогулялись, так что у нас уже лето полным ходом, гуляем, и все хорошо, так что я не прощаюсь. Подписывайтесь. Вот уже перешла к финишу картины. Ну, финиш это громко сказано, но для меня это уже финальный как бы рывок, последний столбик, третий. Третья часть картины. Поэтому я тоже уже надеюсь, что сейчас уже дело пойдет намного быстрее, потому что это уже последняя часть картины, а у меня обычно скорость увеличивается к последней части. Так что я не прощаюсь. Подписывайтесь и всем до новых встреч!